Всем привет! Вы на моем канале, меня зовут Ирина. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое полезное видео. И сегодня в кадре у меня снова выполнение педикюра. Вот такие вот у меня сегодня интересные ножки. Грех было не снять видео с этим преображением. Предвкушаю уже этот результат и предлагаю поскорее начинать. Поехали, будет интересно. Судя по отросшему ногтю, покрытие было сделано месяца два назад. Это была камуфлирующая база. Она уже потемнела, покрасилась. В общем, давно пора было уже все это снять и обработать. Спиливаю твердосплавной фрезой с красной насечкой. На ногтях ног покрытие снимаю всегда полностью, базу не оставляю. Срезаю длину кусачками для ногтей и опиливаю пилочкой на 180 грит. Все расходники, как для маникюра, так и для педикюра, должны быть одноразовыми. Это касается пилочек, бафов, полотенец, пакетов для ванночек, тапочек и разделителей. У меня сменный абразив на металлической основе, которая тоже проходит все этапы стерилизации. Форму делаю мягкий квадрат. Теперь пламенем 0,23 диаметра синей насечкой очищаю ноготь от налипшей кожи и птеригия. Этот этап выполняю всегда, когда покрываю ногти гель-лаком. Если же знаю, что покрытия не будет, можно обойтись и без пламени, просто аккуратно обработать инструментами. Обработав одну ногу, опускаем ее сразу же в теплую воду, а вторую тем временем обрабатываю пламенем. Этого времени будет достаточно, чтобы потом сразу же приступить к работе, без ожидания времени мацерации. Сейчас многие, да и я в том числе, делаем покупки через интернет, так дешевле. Особенно всякие расходники, фрезы, гель-лаки. Но я нашла способ покупать все это еще дешевле. Есть такие кэшбэк-сервисы. Они возвращают часть денег за покупку прямо на банковскую карту. Я обратила внимание на Smarty Sale. Мне понравилось, что здесь огромное количество магазинов, и в том числе всеми нами любимый AliExpress. Там и так довольно демократичные цены, а тут еще и возвращают что-то. Можно подобрать себе магазины по категориям или в зависимости от страны, в которой вы живете. Это очень удобно. И всем этим можно пользоваться через приложение в телефоне. Кому интересно, ссылочку на этот кэшбэк оставлю в описании к видео. После этого небольшого отступления возвращаемся к нашим ножкам. После воды вытираю ногу насухо и наношу Callus Remover от торговой марки My Nails. А пока ремувер выполняет свою работу, я обрабатываю пальчики. Еще раз прочищаю ноготок в зоне кутикулы пушером и уже без препятствий срезаю кутикулу ножничками. Далее все, что торчит и мешает, срезаю накожницами.
На большом ноготочке вычищаю забившуюся кожу кюреткой или пушером. Никаких болезненных ощущений у клиентки не должно возникать. Все делаем мягко и аккуратно. Снимаю пищевую пленку, вытираю стопу салфеткой. Диском на 100 грит прохожусь по всей стопе. Работаю на 18 тысячах оборотов. Далее уже работаю по сухой стопе. Меняю файл на диске с 100 гритности на 180 и опять тщательно обрабатываю подушечку стопы, свод, пятку и пальчики. Для полировки использую файл на 320 грит. Теперь необходимо смыть остатки кератолитика. Для этого использую обычный мыльный скраб. Это же и дополнительный приятный бонус для клиентки – легкий массаж. Смыла скраб в воде, вытерла насухо стопы и приступаю к покрытию. Подготовила ногти, забафила, обезжирила и прокрасила праймером. Можно обойтись и без него. А вот что важно в педикюре, так это использовать именно жидкую базу. Толстый слой твердого материала здесь ни к чему. Покрываю тонким слоем. Теперь также тонко прокрашиваю гель-лаком в два слоя, каждый слой просушивая в лампе. Night,
Если что-то где-то неровно, тонкая кисть будет в помощь. В конечном итоге перекрываю топом и готово. А теперь давайте вместе посмотрим на результат, что же получилось в итоге. Буду сегодня нескромной, этот результат просто кайф, обожаю свою работу. Если вам понравился сюжет или есть вопросы, пишите в комментариях, мне будет приятно. Надеюсь, это видео заслуживает лайк, а кто на моем канале впервые, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем желаю хорошего дня, до встречи в новых видео и пока-пока!